встречайте Джеймса МакЭвоя, соучредителя компании Чарнокоин. Господин МакЭвой родился в Нью-Йорке. У него более 18 лет опыта работы в сферах международных отношений, финтех, криптовалют, зеленой энергетики и нанотехнологий. В настоящее время он занимается финтех и криптовалютами, а также солнечной энергетикой. Джеймс является владельцем Ubiquity Holdings и соучредителем Чарнокоин, а также соучредителем MG Group. И теперь Джеймс МакЭвой работает советником в команде Coalys Coin News. Чарнокоин – это криптовалюта на технологии криптоноут Monero, основанная на конфиденциальности. Ее главным преимуществом является значительно большая конфиденциальность как отправителя, так и получателя транзакций.